Всем добрый день. Решила я снять запросик на видео о том, мой подписчик, кто он. Ну, в общем, звать меня Марина. С утра я была женского пола. Сколько мне лет? Чуть-чуть так, за 30. Совсем чуть-чуть. Пусть тоже останется за кадром. Живу я, если так скажем, на Урале, в далеком городе Шадринске. Что еще мне о себе сказать? О том, кем я хотела стать и добилась ли я той специальности. Я хотела еще со школьной скамьи стать воспитателем. Поставленной цели добилась. Теперь я воспитатель по профессии, но уже несколько лет я не работаю, так как нахожусь по уходу за ребенком. YouTube я смотрю уже очень давно. Ну, смотрела раньше только для того, чтобы посмотреть какие-либо фильмы или что-то, ну, интересующее меня, допустим, там что-то приготовить. Ну, или там вязание, когда начинала вязать. Теперь больше меня интересует. Даже не скажу, что больше меня интересует, потому что меня интересует абсолютно все. Если я нахожу какого-то интересного блогера по вязанию, я, конечно же, подписываюсь под него. Если изготавливают что-либо своими руками, это тоже мое. Либо это украшение, либо это вышивка, либо там бисером, крестиком, это все мое. Если что-то приготовить, ну, это, конечно, реже, но я смотрю, так как готовить все равно приходится, хочется или не хочется того, хоть я не очень люблю готовить, но делаю. Следующее, что как я нахожу, влогеров, да, вот чаще, конечно, находила я, во-первых, я не так давно начала искать, что конкретных людей, конечно, я не ищу, либо вот по комментариям посмотрю, ну, это так уже пореже, потому что по комментариям я комментарии, можно сказать, не читаю. Пока у меня времени с трудом хватает на просмотр видеороликов, на обработку своих видео, поэтому очень много приходится даже вот чисто смотреть видео по тому, какие, допустим, программы, через какие программы обрабатывается видео, как сделать баннер. Нет у меня возможности покупать, что вот там есть, что там можете вы заказать. Нет у меня такой возможности заказать за деньги, так как я не работаю. И поэтому всему приходится учиться на своем горьком или положительном каком-то опыте. Насчет комментариев. Комментарии я уже, как сказала, я, можно сказать, не читаю. Ну, так реденько бывает. Комментарии я не так часто пишу, но бывает. Бывает, пишу. Иногда в конкурсах, когда участвуешь, тогда приходится писать. В принципе, если я еще буду изучать комментарии,
Ну, не знаю как. Может быть, если бы это уже совсем вот более глубже, я в YouTube вникла, как-то было по-другому. Но пока у меня нет такого комментария. Ну да, я пишу, и если, конечно же, написала, хочется, чтобы все-таки на него какой-то бы поступил ответ. Хоть что-то там, что... На комментарии я чаще пишу либо, что понравилось человек, как снимает, либо что-то. В общем, доносит человек, если полезную какую-то информацию для меня. В общем, чисто поблагодарить, чтобы... Ну, в общем, не знаю, на всё ли ответила. Что еще? Я себе даже бумажку написала, чтобы не забыть. Ну, думаю, что все. Если что-то еще упустила. Ну, в общем, так вот. До новой встречи. Просто у меня вот ребятишки там, и поэтому хочется снять видео. Именно закинуть в таком формате, чтобы его не обрабатывать. Потому что когда я обрабатываю видео, качество теряется. Так что не могу найти пока программу, чтобы свое качество HD не портить в другом формате. Сейчас качество формата портится через программу, которую обрабатываю. И очень жалко, конечно. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что-то сказала полезное или что-то вы узнали обо мне новое. До новой встречи. До свидания.